Как пример, отрасль образования. Из 102 поручений 79 находятся в стадии исполнения. Управление культуры отчиталось о выполнении 29 наказов из 65. Первый заместитель главы города Мукдин Черми требует, чтобы просьбы, с которыми жители Сочи обращаются к властям, выполнялись в срок. Одна из наиболее частых проблем – ремонт дорог. В Хостинском районе сейчас обновляют дорожное покрытие сразу на нескольких улицах. До 15 августа завершится ремонт Новороссийского шоссе. Жители этому рады, но просят предусмотреть и уличное освещение. Эту заявку выполнят, но уже не в рамках этого ремонта. Предусмотреть освещение улицы Новороссийское шоссе на следующий год для включения в бюджетное финансирование.